Короче, пацаны, мы пришли только что в классный музей. Купили вот билетики. Музей называется Museum One. Да. Вот, здесь сейчас проходит очень классная выставка. Она у нас высадилась в Инстаграме, мы сразу приметили это место, чтобы сюда сходить. Мы еще даже в Казани, ребят, очень часто ходили на такие выставки. Вот, решили в Корее тоже сходить, в Пусане. Красота, лепота. Мы только зашли, это вот первый зал, считайте. Кстати, ребят, один билет стоил 18 тысяч вон. Но если вы покупаете через интернет, он будет вам стоить где-то 14 с чем-то. Короче, скидка, когда вы покупаете через интернет. Куда-то сели, тут так вот какая-то штука горит. Необычно. Блин, это класс. Современное искусство. И нам повезло, что мы сегодня пришли среди недели, не так много людей. Тут все фоткаемся, все снимаем. Какая-то прикольная надпись. Здравствуйте, Мария. Не знаю, где Лева. Маша. Мы пришли в классный зал. Это самый популярный зал в этом музее. Смотрите, какая красота. Быстренько снимают маски и фоткаются. Мы даже здесь быстренько снимали маски и фоткались, потому что, блин, Здесь, кстати, особо не ругают за маски, да? Да, здесь как-то вообще пофиг сидит. Все быстренько фоткаются, одевают обратно. Здесь, кстати, достаточно много людей. Это, видимо, самый популярный зал, и вот сейчас поменяется картинка. Блин, очень красиво на камере выглядит. Это наше идеальное место, чтобы снимать стресс. Это комната с котиками. Кто вообще это придумал, ребята? Это просто самый гениальный человек на свете. Котики. Ребята, очень много классных локаций. Играет просто офигенная музыка прям вообще. Папа Джонс, Пепси. Прада. Мы в России. Мы в России. В Корее всегда все напоминает о России, да? Даже в музее. Это ты знаешь, из чего сделано? Для шариков такие штуки. Для шариков? Нет. Такие штучки нет? О, реально. Похоже, не-не-не. Скорее всего, бумага. Мы поднялись на второй этаж, как смотровая площадка, на главный зал. И находятся еще разные залы, и мы дошли до зала, до которого мы хотели дойти. Что-то типа этого. Ну, вы поняли. Современное искусство, ребят, его не всем понять. Прикольная штука, сейчас здесь пофоткаемся. Мы уже очень сильно устали, если честно, потому что фоткаемся везде, по 10 раз. Вот. Из бумаги, похоже, да. Бумагу. В общем, мы пошли фоткаться. Про эту парочку говорят. Нет, вот она красная.
пацаны, мы здесь уже нагулялись, очень много пофоткались, да, Маша? Кореянки нас классно пофотали вместе. Спасибо, вот. Да. Сейчас поедем кушать, так что встретимся уже в кафешке, ребят. Первое сентября – день рождения популярного участника корейской группы BTS У Чонгука. По всей Корее, в частности в Пусане, организовывают различные поздравления. Такое замечательное поздравление мы увидели, когда приехали на станцию Хонда Бич. День рождения Чонгука – это действительно праздник во всем мире. Итак, ребят, сегодня новый день, 1 сентября. Всех с праздником, с концом лета. Что-то люди идут такие все грустные. Мы сегодня проснулись тоже такие грустные, потому что время очень быстро пробежало. У нас в Пусане очень плохая погода, всю неделю идут дожди, но несмотря на это мы выбрались из дома и сейчас идем гулять. Хотим сходить в очень классное место, в кафешку. Там, как обычно, все на последний момент откладываем и потом бегаем по всем этим местам. Сейчас хотим посмотреть, что творится у нас на пляже, есть там люди или нет, но вообще все пляжи должны быть закрыты именно 1 сентября. Точнее, с 1 сентября они должны быть все закрыты. Вот такие вот дела у нас. Так что топаем до кафешки и радуемся жизни. Будем сейчас вкусно пить кофе, есть какие-нибудь вкусняшки. Ребят, на самом деле мы очень рады, что уже отучились и в школе, и в университете, что сейчас мы свободны. Наверное. Делаем, что хотим 1 сентября, и не только 1 сентября, да. На протяжении всего года. Можно не париться, что 1 сентября нам нужно будет куда-то идти на учебу, что-то сдавать, что-то учить. Господи, ребят, когда у тебя есть свобода, такой кайф, реально. Да. Так что, кто сейчас учится, не расстраивайтесь. У вас это все впереди. Да. В принципе, время быстро летит, так что вы быстро отучитесь, уже потом будете работать спокойно. Вот, кайфовать так же, как и мы. Ребят, мы сейчас же надумали, хотим спуститься к морю. Единственное, что здесь изменилось на пляже, это то, что убрали все лежаки и полностью весь пляж, он пустой. Только люди есть, но никто не купается. Да. Вот видите, нет ни лежаков, ничего. Слава богу, мы успели покупаться здесь, побывать. Да, мы молодцы. Но солнце здесь вообще беспощадное, если честно. Мы когда были здесь на пляже крайний раз, я очень сильно сгорела. Да. У меня сгорели ноги, мы забыли их намазать. Такие, ну, как обычно, вверх намазали, руки там все дела, плечи, лицо. Лицо, да. Да, а вот про ноги мы забыли. И, короче, у меня лично ноги очень жестко сгорели. Да, у меня был ожог. Да, у меня прям ожог до сих пор даже остался. Вот, но, в принципе, ничего страшного. Как говорится, до свадьбы заживет. Вот, смотрите, мои море. Море. Оно такое спокойное, когда мы здесь крайний раз купались. Ну, было прям вообще такие волны были вообще. Да. Блин, так странно осознавать, что ты здесь был летом, и что лето уже закончилось. Да. Реально, время летит просто мимолетно, ребят. Но несмотря на это, мы здесь такие насыщенные дни проводили, да. Потому что за все 2-3 года в России мы что-то так стухли, разучились как-то веселиться, гулять. И мне очень сильно нравится, что в Корее все это можно делать, и... Несмотря на какую-то усталость, мы все равно ходили, гуляли, шопились, где-то тусовались. Очень много знакомств завели здесь, в Корее. Здесь вообще на изи можно где угодно знакомиться с людьми. Да, в такси, в автобусе, на улице, в парке, в клубах тех же самых, всяких кафешках. Мы всегда находим какой-то общий язык с людьми, всегда с ними знакомимся. Да, ну, такие вот мы молодцы. Такие мы общительные ребята. Да. В России, мне кажется, с этим немножко посложнее, потому что у нас нет каких-то особых мест, где можно знакомиться с кем-то. Вот. Ну,
как-то у нас это не развито. Здесь, конечно, чувствуется вот это различие, что люди больше какие-то коммуникабельные, общительные. Хотя, несмотря на то, что корейцы стеснительные, но при этом они могут спокойно подойти и познакомиться. Когда-то здесь было очень много лежаков, но сейчас здесь ничего нет. Люди, конечно, пытаются загорать. Смотрите, какие у нас тучи. Море такое красивое. Так, ребята, мы пришли в классную кафешку, в которую давно хотели побывать. Вам о ней говорили. Вот заказали, тут у нас кофе стоит, десертик стоит. Мы его вам засняли. Офигенный вид на Пусан. Офигенный вид на Хонде Бич. У нас тут немножко потемнело, потому что тучки набежали. Сейчас будем сидеть, кушать, отдыхать. Приятного нам аппетита.